Десятый юбилейный международный фестиваль детских и молодежных любительских театральных коллективов «Грани-2019» открылся в столице Заполярья. Праздник искусства объединил юные таланты из России, Грузии и Кореи. В Мурманской детской театральной школе торжество искусства. Здесь состоялось открытие 10-го международного фестиваля «Грани». В зале аншлаг, ни одного свободного места. Коллективы Кольского Заполярья и более 250 гостей из разных городов России, Грузии и Южной Кореи сыграют 16 спектаклей. У нас так совпало, что сейчас еще и 10-й фестиваль, этот международный фестиваль детского, любительских детских театральных коллективов. Поэтому, просто хочется, чтобы вот эти ребята, которые сегодня начинают стартовать и вот закончат свою эту эстафету, получили и сами удовлетворение, удовольствие, чтобы жюри для них было очень таким объективным и поддерживало их. Фестиваль – это сегодня еще и школа для наших детей. Поэтому я просто всем желаю удачи, настроения. Ну и успеха. За годы проведения фестиваль «Грани» успел завоевать невероятное число поклонников. Его активно поддерживают на самых разных уровнях. Значение мероприятия, в первую очередь для молодежи, переоценить невозможно. Этот фестиваль, он юбилейный. 10 лет, причем в год, объявленный годом театра у нас в России. Это очень символично. Этот фестиваль привлек очень много друзей и партнеров со стороны города, Мурманской области и даже России. Для нас это важно. Этот фестиваль имеет определенный резонанс в этом году, значительно больше, чем прошлые. То есть мы работаем каждый год на то, чтобы действительно держать марку, держать определенный статус. Этот фестиваль – это определенное отношение со стороны города, со стороны администрации, со стороны Совета депутатов. Очень хорошая, большая поддержка. В жюри опытные деятели искусств России, руководители и режиссеры ведущих театров стран-участниц фестиваля. В рамках творческой лаборатории запланированы мастер-классы и круглые столы с участием ведущих педагогов Москвы, Санкт-Петербурга, Тбилиси. За годы существования фестиваля в нем приняли участие более 1500 юных дарований. 90 театральных самодеятельных коллективов из России, Грузии, Франции, Норвегии, Финляндии и Германии. Организаторы уверены, в этом году на театральном небосклоне обязательно зажгутся новые юные талантливые звездочки.